Глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его?»
не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов. Что значит сии слова, которые он сказал? «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один,
но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек – свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю,
то не верите мне? Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть идущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он – Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел. Глава 9. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ И Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру“. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: „Пойди умойся в купальне Силаам“, что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: „Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?“ Иные говорили: „Это он“, а иные: „Похож на него“. Он же говорил: „Это я“. Тогда спрашивали у него: „Как открылись у тебя глаза?“ Он сказал в ответ: „Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел“. Тогда сказали ему: „Где он?“ Он отвечал: „Не знаю“. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: „Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу“. Тогда некоторые из фарисеев говорили: „Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы“. Другие говорили: „Как может человек грешный творить такие чудеса?“ И была между ними распря. Опять говорят слепому: „Ты что скажешь о нем,
потому что Он отверз тебе очи. Он сказал: это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах, самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что сделал он с тобою, как отверз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Иисус сказал ему: и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи, и поклонился ему. И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Глава 10. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Поэтому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него.